не будем, потому что не так много времени, чтобы менять еще и тактические схемы. Ребята знают, по какой схеме мы играем в атаке, по какой схеме мы играем в обороне. У них есть и персональные задания, так что здесь уже больше всего уже зависит от ситуации на поле и как видят футболисты на поле, как развивается или наша атака, или наша оборона, наш переход из обороны в атаку, из атаки в оборону. Так что здесь, что импровизация не запрещена.